Друзья, у нас опять страшная нехватка корма. Сегодня мы раздали совсем по капле. Реально совсем по капле, потому что корма нет. Пожалуйста, услышьте нас. Мы не просим для себя. Мы просим для них. Для тех, кто не может сам попросить. Мы просим для бездомных. Мы просим, пожалуйста, поделитесь с нами кусочком. Поделитесь, друзья. Мы живем только благодаря вашему милосердию и вашей доброте. Друзья, я прошу вас, я обращаюсь к вам. Понимаете, я не хочу быть просящей на коленях. Они не заслужили, чтобы для них просили на коленях. Они заслужили нашу благодарность веками. Они столько раз спасали нас. Столько раз. Друзья, хорошие мои, родные, пожалуйста, давайте спасем их. Многие, кто сейчас слушает мой голос и мое обращение к вам, возможно, в это мгновение гладят своего питомца одной рукой. Кто-то оглянется, посмотрит, как спит ваша сопелка усатая. Они дома, они рядом с вами. Они защищены, они накормлены, они согреты. Они обласканы вашей любовью. У ушастых в приюте этого нет. Все, что можем мы с вами им дать, это жизнь и сытую миску. Мы пытаемся их пристраивать, мы пытаемся находить им семьи. Но, друзья, это очень трудно. Это реально просто адский труд. Найти хороший дом для бездомного зверя. Но каждый из нас может поделиться крохой и накормить его. И я прошу вас, оглянитесь, найдите глазами вашего питомца и представьте его голодным, на холоде, в темноте, в будке. Скажите, вам его жалко? И если да, если ваше сердце дрогнет, тогда отзовитесь и переведите нам хотя бы по 100 рублей. Ваши 100 рублей – это лишний килограмм корма для наших ушастых, для бездомных, ребята, для наших с вами, для общих, для тех, кому мы не можем дать семью, но мы можем дать сытую ночь, сытый день, сытый год. Для тех, кого мы забрали с обочин, истощенных, изможденных, искалеченных, тех, кого мы с вами спасли, вылечили. А сейчас все, что надо от нас с вами, это накормить их. И я прошу вас, друзья, хорошие мои, отзовитесь. Отзовитесь, прошу вас. Не бойтесь посылать немного. Любая сумма, даже самая маленькая, мы примем ее с благодарностью. Люди, пожалуйста, услышьте нас. Услышьте приют. Услышьте крик бездомного зверя. Пожалуйста. И да не оскудеет рука дающего. И благослови Бог вас за вашу доброту. Я верю в вас. Я надеюсь на вас. И я благодарю вас. Всех, кто услышит, поймет и отзовется.